Страху растеряла, Грейнджа! Хочешь и меня сделать такой же? Не дождешься! Никому не причинишь зла! Надеюсь, у Гермионы все в порядке. Да. Наше дело спуститься к лодочному сараю и ждать там. Да. Она наверняка нас догонит. Думаю, это уже последний. И нам осталось немного, мы уже почти на месте. Тише, а то мы себя выдадим. Эй, ребята, подождите! Это Гермиона.
Что с этой палочкой? Вы весьма успешно колдовали бузинной палочкой, повелитель. Мальчишка скоро придет, и она не подведет вас. Она повинуется только вам. Бузинная палочка принадлежит убийце ее прежнего хозяина. Ты убил Дамблдора. Пока ты жив, эта палочка не до конца моя, Северус. Повелитель. Убей! Возьми мои воспоминания. Глаза, как у матери. Но она мертва. Ее сын жив. Если вы любили Лили, защитите его. Маловероятно, что юный Малфой преуспеет в вашем убийстве. Не преуспеет, и темный лорд обратится к вам. Проклятие забирает мою жизнь. Но именно вы должны меня убить. Лишь тогда Волан-де-Морт будет вас уверен. Нужно кое-что открыть Гарри, когда Волан-де-Морт ослабеет. Лили заслонила с собой сына, и убивающее заклятие срикошетило. Осколок души Волан-де-Морта проскользнул в единственное уцелевшее живое существо — Гарри. Значит, придет время, и мальчик умрет? Да, и убить его должен Волан-де-Морт. Там погиб Люпин и Фред. Гарри Поттер, обращаюсь прямо к тебе. Приходи в запретный лес и встреть свою судьбу. Приходи, и кровопролитие прекратится. Хорошо, приду. Свихнулся? Нет! Так нужно. Убейте змею, и крестражам конец. Он станет смертным.